Приморье ускорят темпы строительства самой большой школы края. Общеобразовательное учреждение на 1275 мест должно появиться уже к концу текущего года в активно развивающемся микрорайоне Владивостока Патрокол. По словам главы региона Олега Кожемяка, уже в ближайшее время на стройплощадке планируется увеличить количество специалистов и добавить техники, чтобы жители микрорайона получили новое образовательное учреждение в обещанные сроки. Микрорайон растет, здесь возводятся новые жилые дома довольно высокого качества, соответственно, нужна инфраструктура. Город сдал 2 детских садика, вот поэтому для дошкольного образования здесь условия есть, ну и, конечно, нужна школа. И эта школа уже современного образца, 1275 мест, 24 тысячи квадратных метров. Она с бассейном, с залом, с различными актовыми залами. Вот, то есть удобно для учеников, удобно для педагогов. Оснащена будет самым современным оборудованием. Интересно, что школа в микрорайоне Патрокол Владивостока – одно из 4 общеобразовательных учреждений, которые должны возвести в текущем году по национальному проекту «Образование в Приморье». Еще 3 школы запланированы на 2024 год. В принципе, у нас в рамках национального проекта образования строится на сегодняшний день 7 школ. Вот. Помимо Владивостока, это Надеждинский муниципальный район, вот, это школа Светлая Тарнаевского муниципального района, Красноармейская школа. Эти школы будут сданы в текущем году, как и школа в микрорайоне Патрокол. А вот в следующем году у нас будет сдано 3 общеобразовательных учреждения, также школа в городе Владивостоке, Уссурийске и Надеждинском муниципальном районе. Помимо этого, из строящихся объектов у нас осуществляется строительство 2 детских садов, которые также очень востребованы и ждут своих, будут ждать своих маленьких приморцев в этом году. Это в Надеждинском районе и в городе Артеме, микрорайон «Глобус».